С утра все спортивные ходят и бегают. Вчера с Мелиссой натусовались аж до 12 ночи. Сейчас 9 часов утра. Все потихоньку выходят на море. Люди до сих пор завтракают в отелях. Купила вчера Мелиссе такие браслеты от комаров. Думаю, что в Молдавии, в деревне, где растет тоже виноградники, растут виноград, они красное вино там делают в деревне. Очень много, наверное, комаров от того, что все зелено вокруг. Купила ей спрей от комаров, купила ей крем Кико от солнца, 75 миллилитров, что можно в самолет брать. В общем, купила такие объемы, что можно брать в самолет. Купила ей расческу с уникорна, купила ей гель доча, раскраску, карандаши цветные. Все это мне обошлось 50 евро. Зубная паста детская, зубная щетка детская. Я же заказывала, помните, на 5 июля детского стоматолога, дентиста, чтобы ей кариес полечили. Но, к сожалению, она улетает 30 июня. И ей отменили. Моя невестка отменила ей апунтамента 5 июля. А вчера она мне говорит: бабушка, бабушка, зуб болит, зуб болит. Я говорю: какой зуб болит? Показывает мне зуб, где есть кариес. Вот такие вот дела. Еле-еле было место через 3 месяца у дентиста, потому что на 3 месяца вперед не было места. Вы представляете? Записи к дентисту детскому, который имеет единственный в Падуа, имеет право на лечение зубов с анестезией, на лечение зубов детей с анестезией. Так как Мелисса очень боится докторов и медсестер, ей надо обязательно какое-то успокоительное вколоть, чтобы она тихо сидела, а то как можно, как называется, сверлить этот кариес, этот зуб с кариесом, понимаете? В итоге она, наверное, там будет тоже, у нее зуб болеть, она будет плакать, они будут думать, что она плачет, капризничает, наверное, будут, не знаю, иногда голос повышать. Спит, дрыхнет, ласточка, ни разу не проснулась ночью. Дрыхнет, как это, уставшая. Сегодня еще надо правильно все организоваться с возвращением, потому что моя сестра возвращается на машине завтра. Сегодня трафик, они не хотят в воскресенье возвращаться. Вон на тех горках цветные, которые красные, зеленые, желтые. Мелисса любит кататься, там есть этот бар со шприц, 3,50 евро. Чтобы не стоять в трафике долго и все такое. Всем здоровья и добра. Мелисса, деви гуардаре дритто. Десять 30 утра. Давай, пойдем выпьем кофе.
Всем привет! Я надела свой. Ой, какой красивый парик. Господи ты, боже мой. Такой хороший, свежий ветерочек. Мелисса, Бивиана, кафе? Си? Си, Дими. Деви парлара кон воче нормале сенсе ай капито? Фани, нон принципеси. Ту си принципеса. Dove è il nostro bar, Melissa? Qual è il nostro bar? Ok. Мелисса! Классный воздух сегодня. Мелисса! Коли той, Мелисса, пренди той джакатолы. Мелисса, ла, той джакатолы, веди? Браво! Поймали огромную медузу. Ужас. Но морта! Ай! Джокатала ди бамбина мия. Но questo già morto. Questa qua l'hanno sotterrata. Il problema è che l'hanno sotterrata qua. Dopo un po' con la scava la sabbia. Vediamo che la parte più sotto. Мертвая медуза. А че мертвая? Если бы она была живая, она была бы в море. Вот так вот выходят все время на берег мертвые.